Всем привет, с вами Зонг. В прошлый раз мы остановились на том месте, где оригинальная кампания закончилась. Но теперь нас ждет небольшое, но все же дополнение. Смотрим. Все внимание на про... Мать твою за ногу, сержант, это не та карта! Синюю суй, синюю! Теперь переверни, олух. Вот так. Как вы, наверное, уже заметили, по непрерывной вибрации мы срочно меняем дислокацию. Увы, война не закончена. Пятая авиагруппа в полном составе направлена в арктические широты. У нас нет точных сведений о численности и силах противника, ожидающего нас там. Известно лишь о наличии крупных баз и эшелонированной обороны. В Арктике вам не будет ни девочек, ни пикников на пляже. Там нас ждут снежные пустыни, озверевший от морозов враг и холодные могилы во льдах. Мы идем прямо в сектор 0806. Поэтому можете уже направляться на склад за меховыми унтами и заняться зимним камуфляжем своих машин. За дело, господа. Вот как. Каким-то чертом виллианцы забыли на этой ледяной... куске айсберга. Прям как база... Последняя база Третьего Рейха в Антарктиде. Разведка. Флот Виктора находится в прямой видимости от арктического континента в секторе. Перед началом активных действий необходимо провести ряд разведывательных акций. Полетное задание – взлет в составе двух перехватчиков, снаряженных разведывательным оборудованием. Дальнейшие указания будут поступать по мере продвижения по маршруту. Так и знал, что на этом заставит лететь. Разведчик, блин. Ну да, разведчик. Thank you.
Это флот «Виктор». Маршрут, внимание, истребители в секторе 06038. Стартовала ракета. Хрен, я должен был от них оторвать. Ты должен был выжимать 1200 километров, засранец. Какой нахрен ты разведчик? Это флот «Виктор». Еще два судна. Они укрепились даже с севера. Отрывайся ты от них, черт тебя дери. Ну, 1000. Нет, они нагоняют. Интересно, а у компьютера патроны не кончаются, я смотрю. Че, так нечестно. Уже сбили 20 раз. Ну что вот ракетам сделаешь?
ракета. От одной ракеты ты, вот, допустим, увернешься. А вторую как? Скорость потеряна, маневренности нет. Похер. Бесит. Допустим, могу не бояться ракет, да. Меня уже раз пять до этого сбили. Ой, не туда. Поворачивай ты, господи. Чё себе коньячек. Раз должны были запас кончиться. Так что все честно, не бесконечный патрон, не бесконечная броня. Ибо нифиг.
Наконец-то. Убились нахрен. Смотрю, теплый прием уже на карте видел. Это флот Виктор. Подсход, задание выполнено. Давай на посадку, Скот. Только не надо целоваться с танками, сектор 07055. Ага. Не надо. Две. Три. Говорю, от одной можно вернуться, гарантированно. Дальше скорость уже потеряна. Осмотрительность и осторожность — вот те качества, которые отличают пилота Федерации от летающих кастрюль. Прибавьте сюда проблески ума, предусмотрительность, расторопность, умение концентрироваться и не распускаться по мелочам. Все это я сегодня наблюдал на мониторах, что тут сказать, неплохо. Канцелярия, я все жду когда-нибудь из вашего подразделения кто-нибудь объяснить мне, что в канцелярии понимают под словом «порядок». Все, что я наблюдал до сих пор, наводит меня на мысль, что юрте пьяного австралопитека больше того, что принято называть целесообразностью. Будем считать, что я сделал вам замечание. Ну, с такой боевой разведочкой на сегодня все. Продолжение в следующей серии.